Дорогие кузбассовцы, я поздравляю вас с великим праздником Рождества Иисуса Христа. Пусть этот праздник будет благословением в каждой семье. Несите мир, несите радость, и пусть в ваших семьях будут семьи крепкие. Дети будут послушны своим родителям, и рожденный младенец Иисус, который родился 2000 лет назад, сегодня мы празднуем этот великий праздник. Пусть этот праздник принесет вам добро, радость и мир. Несите это добро, радость и мир дальше. Будьте благословенны. Субтитры сделал DimaTorzok.